Друзья, рад приветствовать всех вас сегодня на своем канале. Сегодняшний выпуск хочу посвятить такому напитку, как пуэр. Как это ни странно, большинство из вас, людей, которые обращаются ко мне за чаем, спрашивают: «Любомир, подскажи, как правильно заваривать пуэр? Подскажи тот самый верный способ». Если погуглить или поютюбить, как это называется сейчас, да, то способов заваривания пуэра или даже запрос, как правильно заварить пуэр, вам выдаст очень-очень много различных роликов. Я часто так и отвечаю, то, что в Ютубе полно. Но люди говорят, то, что в Ютубе там дядя Вася какой-то записывает, да, там, или там еще кто-то. А нам интересно, чтобы об этом рассказал ты, потому что к тебе уровень доверия больше, и ты там более доступно объясняешь. Ничего не буду говорить по поводу других людей, которые рассказывают, как правильно заваривать чай, потому что считаю, что там все ровно и хорошо. Но раз вы просите это сделать меня, соответственно, почему бы нет? Готовясь к этому ролику, я решил сильно не умничать и объяснить все реально обычным простым языком, чтобы каждому из вас это было доступно. Занимаясь чаем, я понимаю, то, что часть людей, которые приходят в чай только первый раз, они иногда бывают как-то закомплексованы в том плане, что думают, что пить чай – это удел каких-то избранных людей, чай он какой-то недоступный, для того, чтобы правильно попить пуэрчик, нужна гора посуды, которая стоит очень дорого. И людям зачастую сложно сделать первый раз, первую заварку, потому что они боятся сделать это неправильно, они боятся сделать это в какой-то не такой посуде, и, соответственно, либо вообще ничего не делают, либо стараются разобраться путем проб и ошибок. Поэтому давайте я расскажу о 5 способах. Их на самом деле намного больше. Вот. Но эти способы достаточно просты. И я думаю, что каждый из вас найдет среди этих 5 именно тот способ, с которого он сможет начать знакомство с чаем, а уже потом начнет развиваться в меру своих потребностей, в меру своих запросов. И чай, поверьте, он всегда подскажет, что делать дальше. Давайте начнем с того, что для того, чтобы попить чай, нам просто нужна порция этого самого чая. То есть я, например, за один раз, за одно чаепитие выпиваю от 8 до там, 12 грамм пуэра. То есть в зависимости от настроения, как мне больше нравится, в зависимости от сорта пуэра, от его качества, порция чая, который пью я за раз, колеблется от 8 до 12 грамм. А если загуглить, то часто порцию пуэра пишут 5, 6, иногда 8 грамм. Давайте за основу возьмем сейчас 8 грамм чая. Вот, для того, чтобы отвесить 8 грамм чая, вам нужны какие-то кухонные весы. Вот уже первая стена, с которой сталкиваются люди, да, то, что они хотят просто попробовать чай, но им уже надо найти где-то кухонные весы. Для первого раза достаточно будет просто определить на глаз. И опять же, если вы покупаете точу пуэра, которая 100 грамм весит, ну, вы можете примерно прикинуть, где будет десятая часть от этой точи, да, от этого блинчика или точи. И, соответственно, десятая часть, вот вам приблизительно 10 грамм. Вот смотрите, вот тут у меня 8 грамм пуэра. Итак, друзья, самый первый лайфхак, когда вы пьете китайские чаи, и о нем не всегда говорят, либо забывают, это термос. Почему термос? Потому что не у каждого из вас, тех, кто только начинает пить чай, есть чайник, который подогревает воду и держит определенную температуру. А для заваривания чая температура очень важна. Если вы просто закипятите чайничек и начнете пить чай, то во время процедуры чаепития водичка в чайнике будет остывать. Поэтому, если вы считаете, что пуэрчик заваривается температурой, к примеру, 96 градусов, то старайтесь сделать так, чтобы у вас под рукой был термос с этой самой температурой. Так, погнали. Первый способ заваривания пуэра. Самый простейший, самый обычный. Возможно, кто-то скажет, что он неправильный, но он имеет место быть, и это способ заваривания в обычной кружке. Кружка может быть как металлической, как керамической, так и глиняной. Все зависит от того, что есть у вас под рукой.
А размер кружки, объем, ну пусть будет это стандартная кружка, там 0,33 их называют, 0,4. Я сейчас возьму просто свою металлическую кружку, потому что здесь под рукой у меня нету керамики. Есть такая обычная моя походная кружка, ручка перемотана паракордом для того, чтобы не обжигала руку. В такой кружке очень просто можно заварить пуэр, и вам никто не скажет, что вы сделали не так. Когда вы пьете чай, все время старайтесь его промывать. Многие, да, когда приходят, покупают чай, сразу говорят, мы знаем, что первую заварку надо слить. Ну, это когда мы пьем методом пролива, о котором я расскажу позже. Но если вы пьете не методом пролива, а методом заваривания в кружке, либо другими завариваниями, о которых я расскажу позже, чай промывать тоже желательно. Но промывать в кружке не всегда удобно, поэтому я чаще всего ставлю чай заранее, я насыпаю порцию для чаепития в какую-нибудь пиалочку и заливаю сырой водой на небольшое количество времени. Потом эту сырую воду сливаю, чай как раз немножечко разбух, подготовил себя к раскрытию, к такому к завариванию, и его можно уже заливать кипяточком. После того, как вы залили кипяточком, просто накройте каким-нибудь блюдечком. Еще одно важное замечание. Прежде чем заварить чай в кружке, прогрейте, пожалуйста, эту кружку. То есть сначала обдайте ее кипятком, налейте в нее кипяток. Пусть он где немножко постоит, особенно это касается глиняных кружек, керамических, стеклянных, чтобы эта кружка нагрелась. После чего вы можете в ней заваривать чай. Такой чай можно подержать минутку, можно чуть больше, взять ложечку, перемешать. И смело можно пить. Это обычный такой простой, домашний, походный способ заваривания пуэра. Сказать, что в нем получился неправильный пуэр, будет неправильно. То есть тут у вас нету каких-то церемониальных штук, прибамбасов. Тут у вас есть просто кружка, просто чай, вся брутальность и о-о-о. Хорошо пошло. Второй способ заваривания пуэра. Это термос. Тут вы делаете все то же самое, что в кружке, только насыпаете вашу порцию чая в термос и заливаете его кипятком, закрываете крышкой и настаиваете. Единственная поправка, то что если здесь вы порцию чая залили 0,33 водой, то термосы бывают разные, например, вот этот 0,7. И для того, чтобы мне насладиться чаем в этом термосе, я могу положить туда и такую же точно порцию, 8 грамм, и настоять его в течение пары часов, и получится отличный чай, который мне нравится. Также могу положить больше чая и настоять его еще больше, и он будет еще более насыщенней, плотнее и вкуснее. А отличие чая, заваренного в кружке, от чая, заваренного в термосе, то есть наоборот, отличие чая, заваренного в термосе, от чая, заваренного в кружке, в том, что в термосе он заваривается дольше, то, что вода там не остывает, и, соответственно, идет такой, знаете, процесс какого-то, наверное, очень брутального заваривания, и вода забирает, вбирает в себя все от чая. И чай, заваренный в термосе, он не такой, как заваренный в кружке, заваренный в чайнике, заваренный любыми другими способами. То есть это вот своеобразный способ такого вакуумного настаивания, что ли. Потому что даже если вы возьмете один и тот же чай, заварите его в кружке, заварите его в чайнике, например, и заварите его в термосе он будет, ну, совершенно другим. Это будет плотный, густой, возможно, даже с оттенком, знаете, такой есть какой-то молочный оттенок, такой вот какой-то вязкости, кисельной матовости, что ли. И по вкусу это тоже достаточно, это не горький, если вы берете хороший чай, это плотный, вязкий, вкусный кисель такой, пуэрный кисель, ну, который, возможно, зайдет не каждому, но попробовать стоит. Я думаю, что уж термосов у людей намного больше, у тех, кто не пьет чай, чем, например, сразу же каких-то чайничков для заваривания. Поэтому, если у вас есть дома термос и вы купили пуэрчик,
Обязательно попробуйте этот способ. Уверен, что большинству из вас он зайдет. Скажу больше, у меня есть категория моих друзей, моих покупателей, клиентов, которые заваривают только в термосе, ввиду того, что ведут активный образ жизни, часто путешествуют, находятся далеко от дома, либо в дороге, и заваривание чая в термосе для них самый оптимальный вариант, потому что здесь его в принципе невозможно передержать, и даже передержка этого чая делает его вкуснее, что ли, и интересней. Вот, еще существует вид чая, который называется лао-ча-то, это старые чайные головы, пуэрные, которые очень круто раскрываются в таком способе заваривания, настаивания чая. Вот, поэтому попробуйте, если вам зайдет такой способ, то лао-ча-то – это ваш пуэр, ваш двигатель. Особенно сейчас осень, потом будет зима, и вот чаечек в термосе настаянный – это просто-просто шикардос и пушечка. Умные китайцы придумали такой вот классный девайс. Он называется Типот. В каких-то своих роликах я его уже показывал. Недорогой Типот стоит как 100 грамм среднего качества пуэра. Поэтому такой чайник может позволить себе каждый. И этот чайник уже приблизит вас к правильному восприятию, к правильному употреблению чая, так сказать, и к знакомству с чаем методом пролива. Это очень классная штука для того, чтобы заезжать в мир чая, для того, чтобы стартовать и знакомиться. Плюс, чем хорошо, то что в Типоде можно пить, заваривать различные чаи. Это классная штука для знакомств. И она нужна не только новичкам. Например, я с такой штукой очень часто куда-нибудь езжу. Я часто пользуюсь им дома, в дороге. Ну и особенно, когда я пью различные чаи, то Типод, он мне верный помощник и очень-очень отличный друг. Вот. Состоит из двух частей, заварочная колба и, соответственно, емкость, которая еще называется чихай, в которую вы сливаете то, что вы заварили. Типодом пользоваться очень просто. Сейчас я вам все это дело покажу. Первым делом заварочную колбу надо прогреть. Вообще старайтесь всегда прогревать любую посуду. Так, мы промыли посуду, прогрели. Берем те же наши 8 грамм чая, засыпаем в Типот и заливаем водичкой. Опять же, как я рассказывал в предыдущие разы, не забываем чай промывать. Залили, посмотрели, немножечко он у нас там постоял, несколько секунд. Чем Типот классный, вы заливаете, чтобы из колбы он попал в чихай, вы просто в сливную емкость, вы просто нажимаете сверху кнопочку. Открывается клапан, и весь ваш заваренный чай попадает в сосуд, из которого, собственно, вы потом будете пить. Первый, как я уже говорил, промывочный, мы сливаем. Также промываем, прогреваем посуду, из которой будем пить, в данном случае из пиалочки. После того, как мы чай пролили, мы уже начинаем его заваривать для чаепития. Соответственно, опять же, во всех описаниях пуэров, как их заваривать, у всех разное время заваривания. И для того, чтобы понять, сколько держать первый раз, сколько держать во второй раз, в третий, вам все равно придется это пробовать самому. Потому что, как говорят китайцы, попробовал, понял. Кому-то нравится пуэр 10-секундной заварки, кому-то 20, кому-то 30 и так далее. Я все это делаю на глаз, но первую заварку я держу не более 30 секунд. Потом сливаю, пью чай, пробую его. Потому что если первую заварку вы передержите и не поймаете именно тот вкус, который мог быть до, то вы его во время вот этого чаепития уже никогда не поймаете. То есть раскрытие чая путем пролива тем и интересно, то что сначала лучше не додержать, чем передержать и таким образом пробовать, на каком этапе
уровень заваривания чая, его вкус, его цвет, насыщенность вам больше всего нравится. Но для того, чтобы как-то ориентироваться в самом начале, заливайте, держите 20-30 секунд, сливайте, пробуйте. Если маловато, слабовато, в следующий раз прибавьте 10-15 секунд, подержите подольше, посмотрите. И так с каждым проливом вы добавляете время, потому что чай все-таки себя уже отдает, и поэтому для того, чтобы выбить из него максимум, каждый пролив должен настаиваться чуть дольше, чем предыдущий. Ну и соответственно, когда чай начнет уже иссякать и превращаться непонятно во что, вы по вкусу, уж поверьте, поймете. Часто, опять же, пишут на сайтах, там в YouTube и везде, во всех информационных источниках про чай, сколько проливов выдерживает тот или иной вид пуэра. Соответственно, это опять же обобщено, потому что кто-то может обойтись и тремя охрененными проливами, и ему будет достаточно, он получит свое состояние. А кто-то будет чуть ли там не 10 и 12 проливов лить, и ему тоже будет хорошо, он будет медитировать, попивать чаечек, общаться с людьми, возможно, читать книжечку, и это тоже есть правильно. Знаю людей, ни одного и ни два, достаточное количество, которые, выбрав один раз для себя заваривание чая проливом в типоде, до сих пор так его и пьют. То есть они не переходят на какую-то другую посуду, и типоды, если его взять особенно качественный, как, например, вот такие Камжо, это хороший бренд, хорошее стекло, качественный типод, люди на них и остаются, и этого достаточно для того, чтобы пить там чай в офисе, в дороге и где угодно. Они бывают разные по литражу, у них разные колбы, и, соответственно, многие не разгоняются дальше и попивают пуэрчик таким способом. Ну а мы перейдем к более олдскульной и, так сказать, тяжелой артиллерии. Итак, друзья, переходим к олдскульной заварочной посуде, которой издревле и до сих пор пользуются в Китае. Четвертый способ — это способ заваривания чая в гайване. Гайвань – чашка с крышкой, древнейший китайский сосуд для заваривания чая. А для того, чтобы заваривать чай в гайване, вам уже помимо самой гайвани понадобится чихай. Это сливник, да, сосуд, в который сливают заваренный чай, из которого потом разливают по пиалам. А для чего он нужен? Для того, что если вы пьете компанией, то, соответственно, чай, пока его сливаешь, он продолжает завариваться. И чай, который только-только у вас потек первые капли и последние капли чая с одного и того же сосуда, имеет разную степень заваривания. Соответственно, когда вы переливаете их в чихай, то весь этот чай смешивается и настой становится равномерным. И когда вы разливаете это своим друзьям, вы пьете одинаковый чай, а не так, что одному налили покрепче, одному послабже, и тогда а какому-то вообще там типа не хватило. Это не водка, это чай, и разливают его таким образом. Плюс, когда вы сливаете в чихай, вы сам заварочный лист оставляете в гайване, он не летит вам куда-то в рот, собственно, не мешает. Мы прогреваем нашу посуду, наливаем в нее чай, закрываем крышечкой, чтобы стеночки наши нагрелись, чтобы, когда мы завариваем чай, тепло воды не ушло на прогрев стенок, а уже шло на заваривание самого чая. Соответственно, посуду надо подготовить. Посуду мы насыпаем наш чаек. Заливаем водичкой и накрываем крышечкой. И тут уже, как и в случае с типодом, мы выдерживаем определенное количество времени и сливаем.
Очень удобная штука, стоит недорого. Ну, они бывают разные, но есть недорогие гайвани, которые очень классные в обиходе. Вот это, например, гайвань вообще мне служит уже 4 года, и я на нее не жалуюсь, она мне очень нравится. Чем хороши гайвани, в них можно заваривать совершенно разные чаи, просто разная температура, разное количество чая, разная скорость слива. Очень классный, удобный и уже правильный сосуд для заваривания чая. Так, с гайвани мы разобрались. И последний способ заваривания чая – это заваривание в глиняном чайнике. Зачем заваривать чай в глиняном чайнике, спросите вы, если есть, например, тот же самый тепот. Тепот, каким бы хорошим ни был, у него все равно сама колба, она пластиковая. Да? Даже если возьмете какой-то замороченный тепот, например, там со стеклянной колбой, я такие не видел, но думаю, они должны быть, то стекло все равно это не глина. Глина, она дышит, имеет свою пористость, свой характер. Глина впитывает в себя чай, который вы завариваете в этом чайнике. Чай, который вы завариваете в чайничке, оставляет на чайнике свой оттенок. Для того, чтобы понять всю прелесть чайника, надо начать просто из него пить. По способу приготовления, по способу заваривания, все то же самое, как я сейчас показывал. Вместо гайвани мы берем чайник, прогреваем его кипяточком. Я не буду просто еще раз заваривать, потому что я уже напился так чая, что, видите, уже даже снял с себя толстовку, потому что мне уже достаточно жарко, и меня просто уже очень хорошо плющит, я бы сказал. Потому что я попробовал его и попить из кружки, и потом из термоса, потом еще из тепода попил, и гайвань вот немножко зацепил. Но если я сейчас начну еще заваривать в чайнике, я просто улечу в космос. Вот. Собственно, также обдаете его кипяточком. Заливаете в него кипяточек, даете ему нагреться, настояться. Открываете крышечку, сливаете воду, открываете крышечку, насыпаете чай. Опять накрываете крышечку, и чай раскрывается в вашем горячем чайнике. Там создается своя атмосфера, он долго держит, стенки долго держат тепло, и не заливая воду, чай уже начинает раскрываться, распариваться. Вы держите его какое-то время, потом даете туда водички, он начинает с ней взаимодействовать, вы сливаете, тем самым промывая. Лист начинает раскрываться, разбухать, и из прессованного куска пуэра у вас по всему чайнику расходится уже красивый лист. Это все такое вот прям вот раз такое, и классно пахнет. И открывая крышечку чайника, вы можете понюхать этот запах. И поверьте, то, что так, как пахнет чай из чайника, он больше не пахнет нигде. Чем хорош еще чайник, то что в нем очень долго держится тепло. И, соответственно, вы можете долго пить чай от пролива к проливу, оставляя лист без воды в чайнике. Главное не дать ему остыть. Но это приличный процесс, чтобы чайник остыл и лист в нем остыл, должно пройти нормальное количество времени. То есть в теподе, например, или в гайване чай остынет намного быстрее, нежели в чайничке. И, соответственно, вы за чайничком ухаживаете, вы в чайничке, когда завариваете, настаиваете чай, вы поливаете его сверху кипяточком для того, чтобы укутать полностью температурой ваш чай, для того, чтобы он раскрылся по максимуму и отдал все то, что в нем есть. Вот. Наверное, сейчас, особенно для тех, кто сталкивается с пробой пуэра впервые, то, что я говорю про чайники, это очень далеко и не совсем понятно. Вот, поэтому свой ролик я начал с самых простейших способов, как завариваем в кружке, в термосе и теподе. Если вам понравится и захочется поработать с чаем дальше и попробовать, поэкспериментировать, пораскрывать его во всей его красе, то, соответственно, вы придете к тому моменту, когда вам захочется приобрести глиняный чайник.
И опять же, поверьте мне, приобретая один глиняный чайник, вы на нем никогда не остановитесь и будете приобретать еще, 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 потому что каждый чайник хорош по-своему, каждый чайничек по-разному заваривает чай. И в какой-то момент вы уже начнете понимать, то, что сегодня я хочу попить вот этот вот пуэрчик вот в этом чайничке, а вот вечерком вот тот вот пуэрчик вот в том чайничке. Надеюсь, этот ролик был полезен тем, кто хочет, тем, кто хочет разобраться, что такое пуэр, и начать с ним знакомиться, и хочет приобрести какой-то не очень дорогой чаек и попробовать доступными способами заварить его дома, понять, нужен он ему или нет. И для тех, кто уже немножко пробует, но хочет развиваться дальше и сравнивать, чем отличается чай, заваренный в кружке, типоде, термосе, от чая, заваренного в гайване или в глиняном чайнике. А для тех же, кто уже хорошо разбирается, практикует, я не думаю, что этот ролик был там чем-то полезен или не полезен. Да, я даже больше всего уверен, что эти люди ролик до конца и не досматривали, потому что они и так все знают, и со всеми этими делами работают и так далее. Кто хочет написать хороший комментарий, обязательно пишите. Кто хочет написать нехороший комментарий, подумайте, прежде чем его писать. Ну, а я желаю всем вам вкусного чая, классной погоды, путешествий и отличного настроения. С вами был Любомир Борода. Возможно, получилось немножко скомканно, но зато по чесноку. Спасибо за внимание. До новых встреч.